сейчас упор делаем большой на музыкальное направление. У нас много кастингов происходит, в том числе все знают, наверное, из присутствующих, что Япи находится в большой семье «Газпром Медиа Холдинга». И, конечно, перед ребятами открывается много возможностей. Снимаем сейчас большое количество проектов с участием блогеров, потому что интерес к ним растет, и они приводят аудиторию из интернета за собой на ТВ. Если говорить про тренды, что-то новое создавать и говорить, ну, мне кажется, если бы я хотел быть блогером и популярным, и у меня было бы, например, чувство юмора или какая-то красивая внешность, я бы пошел бы в обзоры. Потому что это самый дешевый вариант создания контента качественно интересного. Обзоры шоу. У нас миллион шоу. У нас есть сериалы там российские. Еще 2,5 года назад мы увидели 3 ключевых тренда, которые, судя по всему, точно изменят медиа в горизонте 3-5 лет. И самый быстро растущий был генеративные нейронные сети. Это те нейронные сети, которые умеют создавать изображения, а дальше анимацию и потом видео. Есть несколько стереотипов, которые важно разрушить. Первое. Искусственный интеллект – это про картинки. На самом деле, далеко не только про картинки. Другой стереотип – искусственный интеллект – это сложно. Требуются сложные слова, промпт-инжиниринг и все остальные слова, которые отталкивают людей вообще, а гуманитариев в особенности его использования. И третий стереотип – искусственный интеллект – это глупо. Те ответы, которые он дает, все равно естественный интеллект никогда не сможет соревноваться с искусственным интеллектом. Думаю, что в ходе разговора важно обменяться опытом, который дает искусственный интеллект. Часто не с первого раза, часто нужно менять вопросы, давать обратную связь по качеству ответов, которые дает. Мы в цифровой лаборатории «Газпром Медиа» используем искусственный интеллект, в частности, генеративные нейронные сети для генерации анимации, для создания нового контента. Солнце уже не такое яркое, а видишь, в лесу что-то светится. Как если бы вдруг деревья начали фосфорицировать. В частности, с детским радио мы анонсировали тизер там «Веснушки и кипятош» и создаем короткий анимационный ролик, полностью генеративный. Проявляя несгибаемую волю и мужество, день и ночь трудились газовики. Именно так закалялся их характер. Зная, что родились и выросли на благодатной земле Кубани, что сподвигло-то вас на севера рвануть? Все мы были молодые, сильные, смелые, храбрые. Естественно, романтика и желание себя проявить. Я был свидетелем практически становления газовой промышленности, в особенности в Западной Сибири. Последние 15 лет я встретился с новшествами в производстве добычи газа. Стали применяться новое оборудование, стала применяться телемеханика. Это очень сильно облегчало работу. Я не первый раз в павильоне, я считаю, что это грандиозный павильон. Я очень надеюсь, что после окончания, которое будет очень нескоро, выставки «Россия», павильон будет иметь продолжение, будет иметь свою жизнь, потому что, конечно, это просто духозахватывающее, так скажу. Когда вы увлеченно смотрите кино, в вашем мозге происходят те же события, которые переживает герой, с которым вы себя отождествляете. В общем, все это достаточно серьезно.
Самый большой развлекательный телеканал ТНТ, наш флагман, который стабильно лидирует во всех сегментах телевизионных программ. И мы за последнее время запускаем новые программы, и «Лига городов» — это, по сути дела, новый КВН, который мы делаем вместе с компанией Александра Маслякова, и шоу Павла Воли, и «Выжить в Самарканде», и «Выжить в Дубае», и многое-многое другое.